Здравствуйте, зрители моего канала. Хочу спросить у вас, может, кто-то стыкался с таким у кур бройлеров. Такая болезнь неизвестная. Как будто у них насморк. Сопли с носа текут. И потом они погибают. Может, кто-то подскажет, чем их кормить и что им давать. Многих врачей спрашивал, так и никто не дал ответ. Вот таким воду антибиотиком даю до воды, но оно ничего не помогает. Этих бройлеров было где-то штук 30, вот сколько осталось. Несучек тоже было много. Может, кто-то подскажет, что это за болезнь. Как будто насморк у них. И сопли стекут. Может, кто-то что-то подскажет. Пишите в комментариях.